А сегодня мы с вами посмотрим на красивых девчонок и на крутых парней. В общем, все по порядку. Всем здорово. Вы на канале Toy House. Обязательно будут приветы в этом видео. В общем, все увидите. И да, ты такой говоришь: о, а что это за тачка? А это тачка Мэра, да, и не Porsche Panamera. Видосик с этим автомобилем есть на канале. Кто еще не посмотрел, обязательно это сделайте, посмотрите и напишите свой комментарий. Плюс ко всему, если ты, конечно, не подписан еще на канал, да, может быть, ты еще первый раз у меня на канале, подпишись обязательно. И, ну, можешь поставить лайк под этим видео. Да и вообще, все поставьте лайк, мне будет приятно. Раз, два, три. Все, благодарю. Итак, ребяточки, получил я посылочку, необычную посылочку. Кто-то мне писал: у тебя не хватает фигурок. Фигурок людей, да? И вот она, посылочка пришла. Вот такая небольшая. Ну, у нас же люди в 43-м масштабе, поэтому и посылочка небольшая. Но лежат здесь реально потрясающие вещички. Я вам вас уверяю, вот реально потрясающие вещички. И, кстати говоря, сейчас давайте так я немножечко вскрою пакетик. Оп, аккуратненько здесь. Сам посмотрю, мне самому интересно. Обалдеть, как это круто. Вообще. Короче, ладно, достану. Вот такая коробочка идет. И больше ничего в пакетике нету. В общем, фигурки изготовила макетная мастерская Амформа. Печать фотополимером идет. Это печать очень высокого качества получается. Фирма данная изготовляет, моделирует фигурки абсолютно сами. То есть придумывают, моделируют любых форм, любых масштабов. В общем, просто в любом количестве могут напечатать фигурку. Цены на данной фигурке вас приятно удивлят. И плюс ко всему еще вы можете получить 20% скидки на фигурки по промокоду Toy House. Ссылки на данную фирму и группу ВК я оставлю в описании. Вот именно промокод действует в группе ВК. Вы пишете в личку группы, ну там когда закажете, да, пишите промокод Toy House на английском языке большими буковками. Ну, в общем, там внизу тоже я оставлю, чтобы вы не путались, да? И все, и получаете скидку 20%. Но это на неокрашенные фигурки. Потому что фигурки это имеют они, в общем-то, ручную окраску. Ручная роспись данных фигурок. Ну, может быть, кто-то из вас может, ну, спокойно как бы красить, то для вас тогда как бы проблем не будет. Смотрите, какая классная упаковка вообще. Это из дерева. Коробочка из дерева. Вау, вау, вау. И вот, видите, логотип, пожалуйста, и фирма Амформа. В общем, переходите на сайт, переходите в группу. Ну, большую часть, вся движуха идет в группе ВК. Поэтому, ну, все ссылочки будут в описании. Так что, ребяточки, а теперь давайте будем смотреть, что же здесь у нас такое. Так, как бы мне ее открыть. Кстати, коробочка вообще обалденная. Из нее можно сделать да что угодно. Прям, я не знаю, я подумаю. А вообще, я не буду думать. Напишите мне комментарий, что можно сделать из этой классной такой вот коробочки. Только я ее разобрать пока не могу. Сейчас, наверное, надо развязать бантик. Да, точно. Точно, точно. Ну, из этой коробочки, мне кажется, можно сделать легко очень ларек какой-нибудь. Можно сделать... Там, короче, очень много всего можно сделать. Смотрите, как это все работает. Вау, потрясающе. И здесь мы получаем вот такой вот пакетик. И в нем у нас фигурки. Видите, как прям пакетик в пакетике, коробочка в коробочке. В общем, очень классно. Так, давайте мы ее пока прикроем. Домик. Домик, в общем, это для фигурок. Здорово. Вот так вот поставлю. Вам видно? Класс. Так, и давайте будем открывать. Открываем, дальше мотаем. Так. Дальше, 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 дальше. Опа. Вот они. Уже выглядывают красавчики мои. Ой, как я вас долго ждал. Да и зрители мои тоже ждали. Когда вы уже появитесь.
Да. А то у меня мало, очень мало фигурок. Теперь вот они. Смотрите, каждая заделана в отдельный еще пакетик. Я просто обалдеваю. Вот это, ребята, качество. Раз, два, три, четыре, пять, шесть крутых фигурок. Ну что, будем открывать? Давайте первую. И это у нас вот как раз таки девушка будет. Давайте посмотрим. Я вот, знаете, что подумал? Вы тут пишете: мэр. А почему бы мэром не сделать вообще женщину? Это же вымышленный у меня город. Правильно? Да и не в вымышленных городах бывают женщины, например, мэрами. Почему бы, например, не сделать женщину мэром? Как вы думаете? Пишите комментарий. Вообще обалдеть. Вот это как раз вот девушка, наверное, для мэра очень даже подходит, ребяточки. Огонь вообще. Смотрите. Вот это красота. Просто. Просто шикарно. Нечего сказать. Класс. Просто класс. Ну и смотрите. Если это, допустим, у нас такой командующий мэр, мы поставим ее вот сюда, к машине. Чуть-чуть так прислоним. Опачки. Ну, как вам? Настоящий мэр, да? Давайте я вам вот так вот чуть-чуть приближу и вот так вот подниму. Ну, чем не мэр? На Волге, на красной такой Волге, да? В красной юбке, в красных туфлях, короче. Прям, мне кажется, шикардосный. Шикардосный мэр в моем городе. Ну, я подумаю, конечно, над этим. А вы, ну, пишите обязательно комментарий. Давайте следующий герой нашего города. Кстати, можете придумать им имена, если хотите, как их назвать. Так, аккуратненько надо. Аккуратненько. Не хочет открываться. А кто у нас здесь? А, у нас здесь, по ходу дела, и еще одна девушка. Еще одна девушка будет. Так. Все, по-моему. Нет еще. Оп, все. Открываем. И еще одна. Одна очаровательная героиня нашего города. А эта девушка, кстати, смотрите, селфи делает. Она либо селфи, либо она, может быть, снимает кого-то, да? Либо себя она фотографирует. Вот такая вот девушка. Смотрите. Смотрите, насколько вообще сделано просто натурально. Это вообще все мелкие пуговички, все-все-все. Волосы. Очень круто. Просто нет слов. И вот это все, ребяточки, окрашено еще вручную. Представляете? Полностью ручная окраска. Классная девушка. В пальто тоже очень красиво смотрится. Мне прям реально. Вот реально нравится. Ну, пусть она, может быть, она пусть снимает мэра. Вот так вот ее поставим. Сюда. Нет, пусть она снимает меня. Оп, нет. Не получилось. Попытка номер два. Аккуратненько, нет. Сейчас попробую. Да что ты? Ну, короче, вот так пока поставлю. Вот так вот. Вот так пока поставлю, пусть стоит. Так, следующий герой. И это уже, по-моему, парень. Или мужчина. В общем, сейчас откроем. Да, это мужчина, по-моему. В зеленых штанах я вижу, или синих. Пока через пакетик особо не видно. Так, открываем. О, вот это чувак. О, у чувака немножечко отлетела рука. Ну, это, наверное, моя вина. Ладненько, мы это дело подправим. А может быть, это так вот Почта России у нас доставляет. В общем, вот такой вот интересный персонаж получился. Ну, немного, видите, немного без руки. Но это дело я подправлю, вы же знаете, да, что я, в принципе, все дела такие очень легко подправляю.
В общем, вот такой вот прикольный, злой в шапке персонаж, который давал 5 кому-то. Ну ничего, теперь не дает. Так, следующий. Открываем следующий. Или давайте сделаем так. Передаю приветы, а потом открываем следующих, да? Давайте. Значит, приветы передают TMM186, TMM, The Mark, Макс Горинов, привет. Он знает, как сделать грунтовку. Посоветовал мне один способ, но я буду немножечко использовать другой. Благодарю тебя за этот способ. Ну, в принципе, похоже на твой, только не камушки я буду брать, а можно взять песок, и все, и будет, в принципе, грунтовая дорога. Александр Кравцов, тебе привет. Кирилл Семенову, привет. Кроу Мистер, привет. Александр Калабухов, привет. Сделать автодом написал. Ну, наверное, будет что-нибудь. Так, Джон Равен, привет. Мэр в Волгу не сядет, он написал. Но у меня такой вымышленный город. Он написал, что мэры ездят на Тойотах, да? Ну, как бы... Да, у меня в городе, кстати, ездят, да, одни Тойоты, Камри стоят возле администрации города. У вас также, наверное, да? Но у меня такой город. Мой мэр в Волгу сядет. В общем, ну, как-то так. Так, следующий привет. Пикачу Ют, Ленин. Памятник Ленину сделать. Я подумаю насчет этого. Да, уже писали, по-моему, может, даже ты писал. Иван Сураев, 85, привет. Видео написал, не попасть. Вот ты и попал, короче говоря. Антон Харитонов, привет, зелени. Шаурму сделать. В общем, ну, что-нибудь придумаю. Будет, наверное, да, конечно, зелень будет. Так, и Саратов, 64, Рус, тебе привет. Сделай автосвалку. Автосвалки именно самой не будет, а будет, скорее всего, у нас, ребяточки... У нас даже не то, что будет, а у нас есть штрафстоянка. Вот она будет с автомобилями. Так, ладно. Автосвалки не будет. Открываем следующего персонажа. Так. Следующего. Так, так, так. Опачки. Так, надо аккуратно. Очень аккуратно это действовать, чтобы ничего не повредить. По-моему, я нажал, да, на этого чувака, и так произошло. Вот такой вот классный, вообще класснецкий, смотрите. Прям вообще такой бандюган, да? Не знаю. Ну, такой прям современный шофер. Я не знаю, как назвать. Очень классный, здоровский. Пишите, кто это будет, как его будут звать, я не знаю. Ну, прикольный. Вообще очень прям огонь. Классный. Так, сюда его вставим. Смотрите, какой прям сгубный. Следующий открываем. Давайте вот это кто у нас? Вот это вот. Так, аккуратненько, аккуратненько. Аккуратненько, давай-ка. Давай-ка, давай-ка. Здесь вот, видите, немножко скотч вот этот вот двойной. Тянешь сильно. Надо аккуратно его, наверное, ножичками так. Оп, оп. Короче говоря, вот так вот. В общем, все, по-моему. Меньше усилий, короче, надо проявлять, чтобы аккуратно вот открыть. И это у нас опять девушка. И вот у меня появилось, короче, в городе три девушки. Многие писали тоже, надо девушек. И вот, смотрите, вот такая вот красоточка у нас просто тоже. Вот такая вот девушка, брюнетка, да? Вот такая вот интересненькая девчонка появилась в моем городе. В принципе, как водитель, да, какой-нибудь. Вот так она тоже может, в принципе, встать. Вот тут вот. Но у меня она не встанет сейчас, потому что у меня стол наклонен. Наверное, не получится никак. А вот так мы сейчас пятнашечку подгоним. Вот так. И ее перед пятнашечкой вот так поставим. Во! Здорово! И одна фигурочка осталась. Открываем. И здесь тоже бомбический очень персонаж. Это парень будет. И парень очень современный. Сейчас вы прям обалдеете. Просто очень классный тоже герой. Герой появляется в моем городе. Не знаю, такой задумчивый, короче, персонаж. О чем-то думает. Так, так, так.
Опа, опа. Открываю. Вот такой вот. Вот это чел, вы видите? Очень крутой. В спортивном костюме, в красных кроссовках. Ну просто. Мега бомбический, ребята. Мне прям вообще вот. Вот он тоже очень-очень нравится. И, в общем-то, вот получается у нас как бы вот так вот. Так. Как бы вот так задумчивый парень стоит. Бандюганы, да? Ну, в общем, сейчас я его попробую поставить. Никак не могу. Вот так вот. Во! И немножечко вот так вот опустим, смотрите. Ну, что скажете, господа подписчики? Как вам эти фигурки вообще? Оживляют ли они город? Как их назвать? Пишите свое мнение в комментариях. Где приобрести? Фирма Амфора. Ссылки все в описании. В группу ВК заходите, в личку пишите Toy House. Получите 20% на нерасписанную фигурку скидку. В общем, понравился видос, ребяточки. С вас лайкос. С меня видос. Всем короче. До свидос.